Coño. Se te tiene coño. Coño. Se te tiene coño. Антика, я. Открой, брат. Сэма ждем. 40 гигабайтович. Стоп, стоп! Досмотри до конца! Что лучше? Взять CSGO Prime за 1000 рублей в Steam или за 100 рублей на LOL Steam? Я думаю, выбор очевиден. LOL Steam — это честный и безопасный сайт, где ты сможешь найти дешевые аккаунты по любым играм. Где Антика? Она, блядь, на его хуй наушники. Он за это 25 тысяч дал, этот евно, блядь. Чистый хуй. 25 тысяч, вот как можно было за это? А чё, иди помоги Сэма, а чё у Сэма? Оу, на его, братан, панамку рами. Оу, ебать, ноги спотели. Хипишь? Заругай. Бля, ебать, у меня ноги мокрые, брат. Сэм пиздится? Антика, там Сэм пиздится, выйди поддержку, дай по-братски, это не моя война. Все, я Антике передал. И что, вот она сходит. Ты Сэмон? Да, да. Чё там? Сэм пиздится пошел. Выйди попиздить тоже по-братски. Кем пиздится пошёл? Не знаю, женщина этой. А ты чё не пиздишь? Я, это не моя война, братан, я очкошник. Я тебе говорю, реально. Пиздится он пошел. А уже поздно, его отпиздили. Да я рофлю, блядь, сейчас поднимется, ты что, ебанутый, это молодой. Я... Аккуратно, не, это ничего не спали. Я ничего не палю. Ты в городе? Это чья панамка? Моя. Давай поменяемся, я тебе кепку, а ты мне панамку. Ты мою кепку спили. Я ее принес, кстати. Я. А! Шва, короче, я Антике сказал, братан, она тебя кинула. Я не кидал. Я ей сказал, иди поддержку, дай, братан, она сказала, пошел он тебя нахуй. Да. А папа говорит, сейчас нам что, пацанам на руку? Бля, нету ничего, брат. А, вот, вот. А, сров, видишь, идет. Бля, брат, обалился. А ты, походу, кулаком ударил, брат. У тебя нос потел. А? Видишь, спотел, брат. Долго файтились, понял? Бля, братан, у меня ноги, блядь, спотели. Но у меня, кстати, ноги никогда не воняют. Они не потеют, брат, никогда. А нах ты серые носки одел, не мужчинские? Мне просто похуй. О, брат, я тебе погонял новое дал. Сэм Краснодарский. Почему Краснодарский? Райтинг? Он тебе тёлку нашел там. Да. Ты видел, там чеченцы тоже двое стояли, пацаны. Один мне говорит, типа, бля, братан, это ты, говорит, я говорю, да, прикинь. Он вах, он говорит, бля, курди хар. Следы на полу. Не, я только Алана знаю. Тот, который только что спустился. Ты видел в лифте? Нет, брат, я его не встретил. Это я. А хуй тебе, пацан? А? А хуй тебе, пацан? Да. Бля, шмат, ты похудел, брат. Да. Того рот ебал. И в рост меньше стал у тебя. Кстати, не знаю почему. Я хотя смотри, как стою. Вот, на, брат. Смотри, бля, шута. Не-не-не, брат, ну у тебя рост какой? 1.82 м. Ты что, долбоёб? Сколько? Брат, ну если я 1.83 м, как ты можешь 1.83 м? Ну я на сантиметр меньше. Не может быть, брат, ну вот, вот что. Вот, поставь туда вот телефон. Слушай, наш, а что? Бля, брат, у меня за месяц 5% зарядки умерло. Так, это ты же стример. А, ты тоже? Хуй, надо. Ну ты же, брат, ты стареешь, понял? И у тебя может быть, брат, ты прав. У тебя, брат, вот какой принцип жизни, видишь, хуёвый. На спорт там хуже, как долбоёб. Стой. Вот, брат, встань ровно, вот. Вот, брат, видишь? Ты на сантиметр меньше. Ну, наверное. Это, там, это я еще в очках. Наверное, брат, я не знаю. Я тебе говорю, я 1.82 м. Че говорят? Не знаю, брат. Я такой же, не? На 3 сантиметра. Давай, мы вместе. На 3 сантиметра. Да, реально, брат. У тебя же просто 1.80 м, 1.79 м. Хуй этот, я его мамбал. Да какая нахуй разница, ты заебал тоже. Давай, бля, брат. Рост есть рост. Реально, мы хуи измерим. Вот так ты свой поставишь, и я свой. И чей хуй, типа, об живот, нет, об твой живот, тогда у тебя больше. Брат, но у меня, по-моему, больше. Нет, вот так поставим, и причем этот момент тут заходит. Прикольно, брат. Ну у меня знаешь как идет? Да, вот так? У меня с изгибом идет, понял? Бля, у меня тоже. Подожди, если мы налево поставим, перекрещение будет. То есть они так встретятся? У тебя что-то налево? Да, налево. Да, встретятся. Вот так. А у тебя, подожди, ты тоже налево. Тоже так, налево, да. И вот так. Вот так, Рамой, да. Бля. Вот так перекрещение. Ебать, грязный форсаж, да, пока никто не видит? Бля, ты какой хуй. Брат, я оттуда вовсе там выхожу, ты заебал. Брат, я забыл, что ты международник. Мы же не международники, это я. Да, брат, прям, да. А что за воду ты новую пьешь, блядь? Что это за вода? Из-под крана? Антика купила? А где этот Сахалин? Ой, блядь, стой, не говори. А, удобно, что понял. А вот я попью. Одна порция 330 миллилитров. Потем на пиводу, понял? Блядь, сразу 300-ка в голову пришла, клянусь. Да, да, да. Блядь, он когда 330, бля, опять он на этой хуйне сидит. Что? Ты как заебал, брат. Нормально качайся, как мужчина, блядь. Ты что, тупой, это обычное? Что ты мне пиздишь, блядь? Опять ты начал. Три бин, три булуз, мэнс хилс. Ясно, хуй не встает у него уже. Почему я с тобой так просто пил, когда ты пил? Помнишь здесь, когда Лёва Керимов были, ты когда пил, ты мне тоже дал, говоришь, похуй, и я тоже пил. Брат, иди сюда. Магний, титрат, аспаркам, цинк. Кислота.
Послушай, твердая капсула, желатин. Все, нихуя тут больше нет. Ты мне пиздишь, блядь. Кайфарик. Мне какого-то, блядь, кайфарика делаешь или что? Брат, мне сказали, что ты нюхаешь, даже я знаю про это. Бля, ты что, обои поменял? Да. Здесь же серые были. Да, почему поменял? Слишком темно было. Фу, блядь. Химичка. Бля, стрим-дек раме, да, у тебя есть лица? А, машины, говорит, не смотрел. Какой пиздобой. Не, смотрели, но идет минут 15 максимум. Не поверю. Ну, можешь перемотать, вот, я правда мало смотрел. Вы видос смотрели, брат, дохуя видосов. Я видел, как вы этот видос смотрели. Бля, как его зовут? Ебал, сколько еще не стало, давай посмотрим. Бля, опять мало, брат. Брат, 6600 средний. Да ты, Вась, ты что, тупой, 580 фолловеров за 7 часов стрима? Я не знаю, брат, 8000 онлайн. Брат. Зайдите, подпишитесь, Рами. 8000 онлайн был. Ебать, ты видел, во сколько времени, блядь, смотри, сколько у Рашана времени. У Рашана тоже 8000 было сегодня. Ты видел, мы сегодня он молодцы. Венома смотрел. Мы сегодня молодцы. Венома смотрел, Рами. Не, я имею в виду, мы молодцы, брат. А когда надо мы не молодцы? Ебашить, брат. С компа включите. Не, нахуй надо. Хочешь компа включить? А что мы делаем за компом битом? Битом? Вот так охуительно, да? Ты как заеб... Бля, ты пиздец, знаешь, потеешь, брат. Значит, у тебя жидкости много в организме. Серьезно? Ну, отвечаю. Бля, я какую-то хуйню еще, кажется, с машины привез. Что-то я привез еще, знаете, не помню что. Бля, ты видел? А я не понял, злой выебал эту девчонку, которая на сцене была? А? Бля, я сегодня всему самолету дал пауэрбанк, чтобы телефон заряжали. Того рот ебал, пацаны, клянусь. Брат, нет, Сэм, клянусь, брат. Брат, значит, бля, Яго очень красивый, брат, клянусь. Но все равно, брат, вот я сейчас смотрю, да, вот у меня обратно ушла мысль, брат, машину клеить. Вот как, вот, давай честно. А я тебе могу хорошо поклеить. Брат, нет, все равно, брат, краска есть. Вот как у тебя эска виднеется, брат? Я могу такую же краску, пленку сделать. Бля, я хочу в черный перекрасить. Черный хочу перекрасить. Бля, брат. Перекрасить дорого, тоже дорого. Пиздец, блядь. У Раму просто, я знаю, покрашу, блядь, один маму выебет же, один 3-4 месяца машину. Он мне бампер от Е46 красил, я машину купил, потом, когда продавал, бампер одел, блядь. Че мне похавать, Раму взяли? Колбаса, фу, бля, ебать, здесь хавки, ананасовый сироп. Это что за, это, по-любому, антика эту хуйню купила. ВК Up Zero. Кстати, пацаны, не пейте без сахара. Брат, а давай честно сейчас, не будем планировку делать. Если сейчас... А это что? А, это от наушников. Это какие наушники купил, брат? А давай одень по-братски в реалай, посмотри, тоже нефорские. Бля, у меня сколько энергии, пиздеть, клянусь. Брат, я вот за 8 часов стрима чуть-чуть устал. Чуть-чуть, не сильно. Бля, брат, чтобы ты понимал, я тебе клянусь. Знаешь, сколько я еще в аэропорту разговаривал, блядь? Вот они, брат. Бля, брат, ну как бомбово было. Ты прикинь, летишь с 15-20 пацанами. Я не слышу, брат. Какой ты чебурашка. Я не слышу. Прикинь, что ты галдишь, я не слышу. Летишь с такими же пацанами, как ты, 20 человек в одном самолете. Бля, брат, мы вот так все сели, знаешь, повернулись друг на друга, да, и сидели, там пиздели. Ламели, очень, брат. Бля, опа, смотри, я здесь как Лёва толкаю. Братья, закиньте сало на по-братски, любим Василия, сало. Как? Смотри, это ты боком дал. Какой боком стал? Подожди. Смотри. Охуеть, а почему? Мы охуели, брат, мы думали сначала, что он разворачивается. Он в моменте, брат, бля, брат, я хуже никогда не летал. Мы когда поднимались, брат, под такой шторм попали, брат, пиздец. Я же сказал, что из-за этого оттягивали. Бля, брат, вот пацаны, мы вот так взлетели, что... Сабина, мама. А есть искры? Клип с искрами. Сура Электрик. Бля, брат. Брат, смотри, это плюс. Ау, да ну нахуй, замкнуло. А вот минус. Ай, блядь, оба. Смотри. Воду налил? Не было. А, ты бо... А, еще ключ об этот, он же притягивается, понял, когда не башишь? Да, я к нему это сделал. Прикипел. Да. Брат, я ждал минут 20, пока он остынет. У меня все сгорело. Бля, брат, давай реально, брат, пойдем тебя помоем, брат. Что-то на тебе торси, брат, жесткий. Ну ладно. Ну ударило током, поправил. Бля, пиздец, как ударило. Да, хорошо было. Внутри, по-моему, там хуй стал тоже. Антибак. Вот эту хуйню. Эрискалир, вот как это, вот любишь? Это, блядь, герметик свой бери. Охуенно у меня, блядь, этот вообще. Бля, брат, она просвечивает, брат. Ну, она реально у тебя очень редкая. Послышь, на мою днюху, что тебе? Бля, я хочу на природу, пацаны. 20 июня, шма. Ты что за мой хуй вещь? Вот шортик еби и футбол. Брат, где мы все будем, там я, блядь, не знаешь нас? А что, в Москве будешь? Да. Нахуй надо в Москве что делать, блядь? Фуй, блядь, шайчир, шайтан в Сочи. Охуели так общаться? Блядь, как меня родители в моменте, понял, начали, блядь, переживать. Я же пропал в моменте, и нет, не ловил хохтеби. Блядь, чё ты, где ты, блядь, пропал, мрапал, блядь. Я говорю, какой пропан, блядь, у меня бензин, хи-хи-ха-ха. Блядь, к нам приехали, эти же, Андрей же с этой приехали, с Соней.
Да. И они говорят, что у нас курица ублюдская, типа, невкусная. Да? Я хуй знает, они так говорят. Я говорю, бля, если Сэм Санчика... Они из Москвы? Да. Я говорю, если Сэм Санчика хавали курицу, значит, у нас хорошая курица, бля. Бля, ты видел, как мы нажрались с ними, Анечка? Ебать, мы как мразь. Я знаю, что ты блевал. А ты... Бля, братан, я не только там блевал. Что ты понимал, Анечка, от меня там только буква Р осталась, блядь. Шачир, давай в нар, Анечка, давай в нар. Бля, брат, сейчас. Ты как заебешься этой кепкой, я ем. Маму ебал твоей кепки я. Я твоей кепки маму ебал, Анечка. Попалики выпали. Там все, мать, выебалось, блядь. Брат, а где твоя кепка? Блядь, там еще камера, мамера. Фуй, блядь. А, нет, слушай, нормально. Анечка, а нахуй тебе кепка, брат? А ты, чтобы понять, я тебе клянусь, я, блядь, вот месяцев пять голову ломал, откуда эта кепка дома, блядь. Да? Того все ебал. Типа, я все кепки помнил. Одну мне Равшан подарил, одну Витолик подарил, две я с Турции спиздил. А, Равшановская тут, кстати. Вот. Сегодня что-то нажму, мать, выебется. Нихуя не работает у него, нахуй купил, смотри. Нихуя не работает, бля, пизда был, ебаный. Где ты будешь, я вон там сперва на спальнике, а потом в хату мы взяли. В хате буду жить рано. Ну вот здесь, рядом с Сэмом, короче, вот здесь с Сэмом. Желтый дом, поняли? Братан, о, братан, ассаламу алейкум. Ты на твоя очередь, ты воняешь. Не может быть. Так. Понюхай, не может быть, брат, не поверю. Вообще ни от чего не воняет, брат. Не может быть. Ты тоже дырявый. Да, всегда. Бля, а какого хуя, брат, ты заметил? Вот эти маленькие дырочки. Во-во, вот эти блядские. А чего они? Да я зацепил, брат. Это, знаешь, что? А я, знаешь, что цепляю, сейчас скажу. У меня же есть этот гараж, блядь, когда заходишь, там же сетка. Да. Вот я там все одежды, бля, маму, да, там выебал. Да. Пойдем, слышь, хорошо, что у меня одежда вся слила. Нахуй надо, оригинал не нашел. Долбоеб, а нахуй ты капу купил, слышь, боксерку? Бля, брат, у нас наши спальники были. Я так ее не пожарил. Бля, а мы же, помнишь, один раз мы что шли покупать, брат? То, что этот, помнишь, этот вышел вот так с рукой? Да. Мы тогда ее покупали? Я его еще спросил, типа, да, кому пока? А что мы тогда покупали тебе? Тоже боксерская штука. Это и покупали. С того времени стоит? Да. Хуй на один. Так у меня спина. Так я в спине заметил. Ты прям искупался? Да, вот что? Голову понюхай. Бля, хороший шампунь. А, этот духи? Как будто еще не открылись на тебе. Бля, хорошие. Это что? Каннабис. Не знаю, что покажу. По-братски. Брат! Берешь ложку, это туда пшикаешь, нагреваешь, она же типа уйдет и испарится спирт. Каннабис, брат, я же. Это пальма же, нет? С севера. Это же пальма, брат. Бля, у тебя как у маленьких детей, знаешь, то, что ты горячей водой мылся, у тебя эти испарились. Вот такая. Во-во-во. И все. Какая рама. А, в натуре, слышишь? Энеща. Сейнт Барт. Жак. Войди. Блэк Афгана, Ренат с одной темы на другую за 5 секунд перескакивает. Иди нахуй.